Авария произошла в 10 часов утра. Водитель «Мазды» выезжал с улицы Татарстан на проспект Мира. В это время по главной дороге двигался двухколесный транспорт. Ну, я остановился здесь, машина пропускает. Только с места велосипедиста вообще не видел. От удара 30-летний мужчина, управлявший велосипедом, упал на асфальт. Его транспортное средство пострадало не сильно, а вот сам он с ссадинами, ушибами и сотрясением головного мозга отправился в больницу. Дороги подсохли, а значит, велосипедистов на проспектах будет становиться все больше. Водители должны привыкать к новым участникам движения, предупреждают в ГИБДД. Двигаться велосипедисты должны в соответствии с правилами дорожного движения, но водителям очень важно учитывать, что этот транспорт менее устойчив, водитель велосипеда менее защищен, и при падении он получает намного более тяжелые травмы. Поэтому относиться к ним все-таки нужно бережнее. Светлана Фарзеева, Валентин Кулагин, эфир 24.